В Акмолинской области в 7:00 часов утра состоится айт-намаз. После разрешается жертвоприношение. Эта процедура проходит как в офлайн, так и в онлайн формате. Жертвоприношение считается обязанностью для тех, у кого есть возможность, хорошее состояние. В нашем городе ритуал жертвоприношения проходит на скотном рынке, а частые лица проводят в своих домах. После жертвоприношения можно разделить на три части. Одну отдать нуждающимся, другую родственникам, третью себе. В жертву приносят в основном баранов. Их цена около 45-50 тысяч тенге, крупных около 70 тысяч. Если цена установлена до жертвоприношения и поднята в этот же день, это не будет считаться благоденствием. Наоборот, нужно снизить цену, пойти навстречу людям и получить духовную награду. На празднике жертвоприношения мяса будет распределено среди малообеспеченных и многодетных семей региона. Заринабек Калиева, Жансулу Жинкул, Марат Ахмеджанов, Амир Койшибаев, Кокши Ахпарат.